Зли. Опа! Да. Стоп, поймала. Поймала попку губкетовскую. Это просто какой-то энерджайзер. Вы сейчас увидите. У меня такой кошки, мне кажется, еще не было. Она постоянно в движении. Она просто... Такое ощущение, что у нее не существует вообще никаких стопов. Она разносит все. Такое ощущение, как будто мебель просто видит чуть ли не в первый раз. Ага, подожди, кошка. И вот так постоянно. То есть я еще особо вот прям вот лежащей ее не видела. Это я пришла в комнату, говорю... Роза, давай просто поваляемся. Отдохнем чуть-чуть, тут свежо, подышать. Все дела. Кошка. Оп. Просто. Это платье она стащила, это плед она стащила. Ищет, ищет. Где бы, опа. Где бы вот просто, представляете, вот она в течение всего дня такая, ну, кроме, ну, когда я ее закрываю в отдельной комнате, чтобы она поспала просто. То есть она просто бегает и разносит все. Мне, правда, таких активных еще не было. То есть платье стащить, перчатки, что, чтобы поделаться, как собачка все таскает. По кровати она бегает прям по голове, ей вообще пофигу, что это голова. А, нет! Нет, нельзя ноги кусать, нет. Нет, 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 я уже даже купила сюда светильники, не трожь. Мне приходится просто убирать все, что Лиза принесла. Вот, просто верховая какая-то кошка. Ей норм, что. Самый прикол, что у меня Руфи также на голове сидел. Я, говорит, обниматься с тобой. Мне привет. Теперь со мной? Такая урка вообще просто. Ты у меня такая классная. Розали. Роза. Ай, ты сладкая девчонка. Ты поку... Что-то ты не кушаешь, что не кушаешь? Наелась ночью? Такая вообще. На твоей голове еще не была. Что, говорит, есть? Что даете? Ну, она вообще на Руфи не похожа, она совсем другая. Ну, она чем-то на Луну похожа. Может, потому что девочки такой формы, в принципе, другой. Розали, ты же никак тебя не поснимаю. Ты такая милая, такая хорошая, ты все время хочешь тискать, а не снимать. Я поняла, в чем проблема, почему нет с ней видео, потому что ее не ре... если не включаешь камеру, она начинает носиться, и все. То она так лежит, урчит на тебе. Только включила камеру, Розали побежала. Роза. Ай, ты красивая какая киса. Новый ошейник. Сейчас я прикрою собак на всякий случай. Да что ж вы такие? А я сейчас и пум будет бесить. Давай, выходи. А я не знаю, поэтому придерживаю, если что. Это услуга для VIP-гостей. Выгулы. Да все, все, никого. Все злодеи, все ушли. Раздраконили кошку все. Да, и пумы, собаки, все тут, скажи. Красоточка моя. Разозлили, да, кисю? Разозлили кисю. Тут такой модный, красивый ошейник. Что там откопала, показывай. Какую-нибудь каку. Если так обтирается, какая-нибудь кака. Хотя нет, там просто земля, по-моему. Я не вижу никаких как. Может, там грибочки? Может, грибочек, да, какой-то тоже не может залипнуть. Ну, пусть позалипает, потому что это хоть успокоится. То ее так раздраконили все. Собаки, да, пумы всякие тут. Кисусечка моя, все хорошо уже, видишь, все уже хорошо. Что у нас сладко? Хотя я, конечно, наверное, не очень удобно, такой широкий ошейник. Мне кажется, это, конечно, даже не ошейник, но это пошел бы, а что-то типа... Она шлейку не даст на себя надеть. Да.
Не, я просто подумала, что такая штука менее травматична для шеи, для всего, если там нужно, ну, придержать, притянуть, потому что она шире. Меньше нагрузка идет. Но мне кажется, я, конечно, не очень. Не знаю, какая шея у рыси. Ай, ты сладкая. Девчонка. Да, красотка, согласен. Смотрите, прям просится на услуга. Фотосессия с рысью. Залезать хоть? Не, говорит, там что-то, говорит, вкусненькое такое. Она там накопалась все тут. Да, красавица. Как-то, как они что-то такое прям находят? Идет, 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 такая остановилась. Все, да, здесь вот я валяюсь. Ну, наверное, собаки тут какие-то гуляли. Какие-то метки были. Над чем ты там залипла таким, а? Красота моя неземная. Красотулечка моя. Скоро они что-то опушатся к зиме. Вообще будет красота. Я, кстати, не слышал, чтобы она раньше так бурчала просто. Не, она, ты что, она с самого вот появления так это постоянно бурчит. Есть такая уже проторенная. Что это вообще? Проторенная дорожка. Ума, сделай дальше еще раз. Умася! Такая, не, нафиг. Обратно. Просто. Ну, где вы там? Ум. Ну куда ты лезешь? Возмущается еще, когда я лезу. У Масечка? Масюшечка, иди, я тебя проведу, здесь нормальная дорожка есть. Пойдем. Она женщина, она постоянно возмущается. Так, а это что, максимальная длина? Я думала, ты на максимум. Я не знаю, я просто из лапы был самый большой. О, куда ты тянешь? Не, не, просто остановись и стой. Не тяни, я просто остановись, чтобы она дальше не могла идти. Она умеет менять решение. Чувствую, сегодня у нас прогулка надолго. Ну, она такая. Характерная сегодня, не хочет ни за кем идти, хочет нюкать свои. Трудом. Ну как тебе прогулка с рысью? Не то, что с собакой, да? Вопрос, кто кого гуляет. Надеюсь, у меня собака будет менее проходимая, не придется, конечно, за ней по лесам там прыгать. Она залезала когда-то на деревья? Не. Слава богу. Не пыталась особо. Хотя, я думаю, может. Возвращение. Да. Ой, там Мартин обрадовался. У, смотри, как Мартин радуется. Она решила гулять дальше по участку теперь. Говорит, я видела, там были козы. Я видела. Да-да-да. Я все видела. Ну, знакомить их, конечно же, мы не будем. Да-да-да. Ну, идеально же в компостной куче. Да-да-да, и почихать. Как все вкусно. И паучков. О, кайфарики, да. Наверное, компостную кучу надо было делать в вашем с Ханной вольере. Вы были бы счастливы. Наполняли, да. Красотка. Какая добрая сегодня она красотка. Ума! Сетка не рассчитана на это. То есть с другой стороны прогибать будет. Давай спускайся назад. Давай назад. Куда ты залезла? Вот. Ой, господи. Боже мой. Но лучшее, конечно, место, да? Дима, я в благодарность от прогулки дал тыковку. Самое вкусное, да, что может быть для рыси, это тыковка. Конечно. Ай, как вкусно. Можно было, наверное, даже семечки не вытаскивать. А да, можно было не вытаскивать. Можно было вообще на четыре части просто порезать эту икру и все. Мне нравится. Да. Она даже выгрызает. Можно было на две части, она просто выгрызала бы. Она любит. Смотри, по языком прям. Ой, а что это ты тут изучаешь? Да, я сейчас тут подметать буду. Зачем тебе моя обувь? Вытащила обувь Алисы, значит. Да.
Попочка. Ай, ой, как вкусно Алисины пахнут, да? Да ты ж моя краса. Давай я здесь уберусь все-таки, а? Роза, пойдем. Роза. Розали. Розали. Роза. Ай, ты урчала, моя урчала, урчала, урчала. О-о-о. Розали. Дайте сладкий, 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 сладкий. Вот, вот это, вот это. Ой, залезла в кроксы. Думаешь, они тебе по размеру? Думаешь, по размеру? Давай, заходи, я сейчас буду здесь пылесосить. И кроссовки. Ты, в общем, маньяк по обуви, я поняла. Ты как Умка, да? Ты как Умка, маньяк по обуви. Что ты там на игрушку нашла? Давай, смотри. Что-то задумала эта кошка. Ходит, урчит тут, а? Пришла, сразу начала урчать. Что она творила? Рассказывай. М? Барханы просятся. Алис, не надо меня садиться, пожалуйста. Сиди рядышком. Ну, Алис. Да? Ага, Куси, конечно, я скажу Куси. Ну, бобкэты должны делать Куси, иначе они не бобкэты. Только он лапу зарядил, хочу. Такой боксер.